Здравствуйте, друзья! Вы на канале Волшебный Джут и прочее. Сегодня предлагаю изготовить вот такую ажурную вазу. Она очень похожа на тюльпан. Изначально я так хотела назвать эту вазу, потому как все мои джутовые изделия, они все имеют какое-то название. Но потом поняла, что это не совсем так. Больше даже частью какой-то похоже на форму лотоса. Ну, в общем, я растерялась, и эта ваза осталась пока просто ажурной. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как можно назвать эту вазу, потому что, ну, очень хотелось бы иметь название. Для изготовления этой вазы мне понадобится клей полимерный, переливаю в маленькую бутылочку для удобства работы. Конечно, джут. Сегодня мне понадобится большей частью бежевый джут. Ну, чуть-чуть там маленькие отделочные детальки из отбеленного джута. Из инструментов мне понадобятся ножницы, пинцет и спица. И, конечно же, нам понадобится крем для рук. Начинаем, друзья! Количество деталей. С помощью фена я нагрела, придала нужную форму, ту, которая мне нужна. Теперь можно приступать к сборке каркаса. Собирать будем с помощью клея, как обычно.
Закрепляем нижнюю часть. Так, и теперь вверх. Так соединяем каждый листочек. Все уравняем и соединим. Вот часть я уже собрала. Еще у нас осталась еще одна часть. Сейчас я ее приклею. Закрепляем. Так, где у меня еще одна? Так, сейчас я найду еще одну зажим один еще и продолжим дальше. Вот я измерила донышко, вырезала вот такую картоночку. Сейчас мы его вот так обклеим, эту картоночку. Вот так. Ну вот, готовый каркас. По готовому каркасу мы обрисовали донышко. Я его заготовила, это донышко. И сейчас мы его вклеим. Опять же, это у меня обыкновенная самая картоночка. Я накрутила с одной стороны джутом, накрутила с другой стороны джутом, накрутила. И донышко у нас готово. Оно у нас крепкое. Сейчас мы с вами вклеим это хозяйство. Так. Другая сторона.
Ну, вот я вклеила донышко. Сейчас я его слегка закреплю и дам высохнуть в таком состоянии. И потом покажу, что у меня получилось. Ну вот, собственно, что у меня вышло. Посмотрите изнутри, снаружи, как она выглядит. Такая ажурная вазочка может служить и как декоративная вещь. Но если мы хотим, чтобы эта вещица была более функциональной, для этого нужно сделать еще два этапа. Первое – покрыть клеем ПВА, развести его один к одному с водой и покрыть всю поверхность нашей вазочки. После полного высыхания нужно взять акриловый лак и всю вазочку полностью покрыть акриловым лаком. Тогда она прослужит вам очень-очень долго. Друзья мои, если вам понравились мои декоративные штучки, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал, если хотите. До свидания, друзья!